показывает кинокомпания «Метро Голдвен Майер». Том и Джерри. Прощайте все. Прощай. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Иди сюда, кис-кис. Все это бесполезно. Дави телевидение, а то всех убью. Понял меня? Трепишься много. Кобра. Была такая машина. Он умер прямо в ней. Совсем без тормозов. Ты пожалеешь, что родился на этот свет. Проклятая машина. Убирай выражение. Моя машина очень обидчива. И ты именно это говорил? Отойди от нее! Отойди! Если бы Арни знал об этом, он бы не купил эту машину. Чел. Покажи мне. Мама позвала Крис посидеть со мной. Крис? Ах, надоело мне работать не о ней. Загляните на дорожку в туалет. Нет? Далеко собрались? О, Господи. Это рука? Нет. Это пистолет. О, Господи. На потолке. I didn't know that.
очень жаль, но ваш друг скончался. Скончался? Приключения няни. В главных ролях Брюс Ли, Джон Сакс времени. Вы должны присутствовать на утренней церемонии в спортивной форме. Выйдите за дверь. Явление дракона. Доска не может ударить в ответ. Представляет Чака Норриса. Come on, let me go. Ну давай, let me go. Отпусти меня, отпусти okay. меня. Пожалуйста. Подразделение Дельта, часть 2, колумбийская связь. Успеха! Тихо. Всегда с приключениями. Нет! Это все как в том сне. Ты не лезь в это! Это мое тело, понятно? С днем рождения, Хорас Пинкер. Хочешь поиграть со мной в синьку, мальчик, а? Нет, хватит! Теперь я принадлежу национальному телевидению. Болтай, болтай! Нет! Пошел! Ой. Контакт. Электрошок. И восстали машины из пепла ядерного огня. Арнольд Шварценеггер.
И пошла война на уничтожение человечества, и шла на десятилетия. Линда Хэмилтон. Но последнее сражение состоится не в будущем. А также другие актеры. Оно состоится здесь, в наше время. Сегодня ночью. Магазин оружия. Эй, заряжать нельзя? Можно. Я скоро вернусь. Возможно, ответы. Да, нет, стоп. Уйди вон, говнюк. Уйди вон, говнюк. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. В эфире очередной, последний в этом уходящем году выпуск «Альманаха вокруг света». А мы уже разглядели повторный показ знаменитого у наших зрителей художественного фильма «Боевые искусства Шаолиня». Правда, снова на прежних условиях, только частями в нескольких программах. Боевые искусства Шаолиня. Необходимо сказать несколько слов в дополнение. Ну что это за фильм, вы уже, наверное, поняли. Остается добавить для любителей восточных единоборств, что снимались в фильме настоящие мастера ушу. А главную роль играет Ли Лянзе, вот как раз он сейчас на экране. Это неоднократный чемпион Китая по ушу, спортсмен высочайшего класса. Его имя знатокам говорит не меньше, чем имя популярного Брюса Ли, который так часто встречается в ваших письмах. Так что, пожалуйста, не воспринимайте то, что увидите, только лишь как цирк, рассчитанный на подростков.